Здравствуйте, друзья! Сегодня будет такое коротенькое видео. Особо долго говорить тут мне не о чем. Хотела просто показать вам сегодня один из двух моих зоотрофионов. Это зоотрофион Альвара. Вот его табличечка. Растение получено в прошлом году от Аквагенеры. Не знаю почему, но оно очень плохо у меня адаптировалось, очень долго. Прошлую зиму оно просидело без признаков какой-либо адаптации, того, что оно там начинает растить какие-то новые росты, корни или еще что-либо. Скорее, потихоньку-потихоньку желтели у него листья. Этим весной и летом эти листья засохли окончательно и отпали. И вот только сейчас, по осени, начало расти, наконец, это растение. У него тут появилось несколько новых ростов. Парочка уже выросла, но они такие несколько деформированные, вот такие помельче, такие корявенькие. Это вот то, что он у меня все-таки за осень нарастил. Но при этом, при всем, несмотря на то, что вот он готов был терять листья, было много на нем цветочных почек, но только вот одна такие все-таки полностью сформировалась, и цветочек распустился. Хотя по всем фотографиям у зоотрофиона Альвара цветочек желтенький. Вот этот цветочек желтеньким не назовешь никак. Он скорее такого персиково-бежевого цвета. Вот, если сравнить с ладонью, вот он цвета, как моя ладонь. Естественно, про запах ничего сказать не могу, потому что цветочек один, и он маленький, всего лишь около 1,5 сантиметра. Сложно немножко показать. Вот. Цветы зоотрофионов отличаются тем, что они полностью не открываются. У них есть вот такие вот прорези. Они такими клювиками остаются. Ну, их обычно бывает достаточно много. Вообще, по внешнему виду растения очень напоминает плевроталисы. Это тоже один из плевротолидов. Вот этот зоотрофион, он такой небольшой кустик. Ну вот, по сравнению с линеечкой, такое растение компактное. И обычно у них должно быть достаточно много цветочков. Содержу я его рядом со своими маздевалиями. Примерно точно так же. Ну вот, как я сказала, что тяжело он адаптировался. Ну, надеюсь, наконец он все-таки будет нормально расти. Честно говоря, бутончиков сформированных было 2, но один я нечаянно отломала. Вот. Еще раз покажу вам вот этот цветочек. Постараюсь его немножко увеличить. Ну, вот такой он. Скажем, прямо на любителя. Желтый в нем оттенок был, более такой желтый был, когда вот только-только он еще когда набирал размер, а потом он быстренько стал таким вот бледненьким. Опять-таки, если кто-то знает, почему это произошло, возможно, ему не хватает света или пересвет, или еще какие-то причины, напишите в комментариях, я буду очень благодарна. За сим, наверное, все. Спасибо, что досмотрели это видео, и увидимся в следующих видео.